Всем привет! Как-то поднимался вопрос, можно ли вырастить в Подмосковье грецкий орех. Ребят, вырастить можно. Вот у меня под шатурой с отводка. Вот посмотрите, какой эффект. Растет. Да, подмерзал. Да, попервой медленно рост. Но в этом году, именно в этом году, не знаю, чем это вызвано, но он увеличился в своих размерах достаточно прилично. Под корень я положил кирпич, так мне посоветовал человек, который мне его дал. Якобы кирпич впитывает в себя воду и питает корень в период засухи, потому что когда мне он его отдавал, было довольно-таки жарко, душно. Собственно говоря, как вы видите, профнастил у меня заканчивается, сплошной забор. Это там у меня, где дорога проходит. Я не любитель сплошных заборов, но там дорога, там вечное пылище, бычки кидают, поэтому я закрылся. Поэтому здесь вот такая зона, скажем так, некой турбулентности. То есть здесь вот постоянно гуляют ветра. И это не мешает ему расти. Вот посмотрите сами. Я подведу поближе, чтобы вы могли рассмотреть его. Вот посмотрите. Это самый настоящий грецкий орех, подмосковный, выращенный из отводка. Само дерево донор, оно довольно-таки мощное. Оно растет всего лишь в паре кварталов от меня. Я не могу его снять, поскольку он находится на участке, и видимость дороги закрыта. Но при случае я обязательно сниму какое-то дерево. Ребята, это стоит увидеть. Дерево невероятное. Я надеюсь, что в скором времени вот это пока небольшое дерево превратится в настоящего такого древесного монстра, и я смогу поделиться с вами фотографиями, а кому-то, может быть, дам и плоды. Всем привет! Группа «Дача Подмосковья», с вами был Марк Темников.